свое время, когда, по-моему, мы председательствовали в очередной раз в ОДКБ, я занялся этим вопросом. Я поехал к Ильхаму, переговорил с ним, по-дружески поговорил. И я ему задал вопрос, так шутя, говорю: Ильхам Гейдарович, ну, надо Армении помочь, если договоритесь. А речь шла о 5,5 или 6 там этих районов, азербайджанских районов, которые были, как они констатировали, захвачены армянами. Армяне признали, что это не наша земля, это азербайджанская, кроме Карабаха. Ну так верни ее. И если бы тогда, когда я предложил это сделать, вернули эти районы, войны бы не было. У Ильхама не было бы мотивации начинать эту войну. Ну ты просил районы, отдали. Остался статус Карабаха. Ну решали бы в спокойном режиме. Но тогда же не согласился ни Серж Саргсян, ни потом Никол Пашинян.